Нещодавно до мене звернулася одна дівчина з такою проблемою. Вона постійно відчуває якийсь страх та безпорадність, коли намагається досягти якоїсь мети. У неї нема віри у себе. Вона зовсім не вірить в те, що вона здатна досягти якоїсь мети. Мене звуть Оксана Клочко-Макаренко. Я хочу поговорити з вами сьогодні про відчуття вивченої безпорадності. Десять лет назад американский психолог Мартин Селигман перевернул наше представление о свободе воли. Он проводил эксперименты с собаками по схеме условного рефлекса Павлова. Ну, если помните, был такой профессор, который давал собачкам мяско, и зажигалась лампочка при этом, и вырабатывал таким образом рефлекс у собаки. То есть лампочка зажигается, у собачки начинается слюновыделение. То есть он доказал, что возможно сформировать искусственно какой-либо рефлекс. Вот Селигман пытался сформировать такой же рефлекс у собак, только на ощущение боли и звук. То есть был какой-то звук, после этого собаке давался удар током, вот, и они пытались сформировать такую взаимосвязь, да, у собаки на звук. Было две группы собак, которые были помещены в разные клетки. В одной клетке собака была привязана, и ее били током через пол. Вот. Во второй клетке происходило то же самое, но собака могла нажать кнопку, и ее бить током переставали. Было замечено, что после того, как проводили этот эксперимент, и помещали собак в другие условия, в такую замкнутую тоже клетку, но с низким барьером, которую можно было перепрыгнуть при необходимости. Собаки, которые могли перед этим вот нажать на кнопку и остановить эту экзекуцию, они перепрыгивали этот барьер, преодолевали и уходили в безопасную зону. Собаки, у которых не было возможности, не было этой кнопки заранее, они не верили в свои силы, они просто ложились посреди этой клетки, и они уже никуда не двигались, они просто скулили и продолжали как бы испытывать на себе эту боль. Позднее подобный эксперимент был проведен с людьми. Конечно же, людей током никто не бил. Была группа студентов, которым каждому из студентов было раздано определенное количество карточек, на которых был просто набор букв. И из этих букв нужно было сложить названия городов. И было 5 попыток, то есть 5 раз им раздавались карточки. Одной группе студентов заведомо были даны карточки, из которых можно было сложить это название города, а второй группе студентов раздавались карточки с ошибками. И в последний раз обоим группам давались правильные карточки, из которых можно было сложить там название города Чикаго. Так вот, первая группа справилась со всеми заданиями. Вторая группа, та, у которых были карточки с ошибками, на последнем задании уже даже не пытались. То есть они утвердились в мысли о том, что это задание выполнить невозможно и что у них ничего не получится. Таким образом, как бы было практически доказано то, что если человек в процессе своей жизни сталкивается с каким-то условием, на которое он либо не может повлиять, что бы он ни делал, какие бы усилия он ни предпринимал, результат не соответствует затраченным усилиям, либо условия, в которых он находится, они постоянно переменчивы, он не может выработать последовательность, то есть он не знает, какие его действия приводят к какому-то результату, в итоге это все приводит к тому, что человек ощущает собственную беспомощность, теряет мотивацию и перестает пытаться что-либо делать в принципе. Как это проявляется в жизни? Ну, например, возникает такая проблема систематическая в семье, когда вот какие-то постоянные скандалы или какая-то сложная ситуация. Человек приходит к психологу и говорит, я очень долго пытался как-то с этим бороться или пыталась, а потом просто сдался и смирился и начал вот так вот жить, ничего не меняя. Хотя, казалось бы, да, можно пытаться поговорить, можно там в конце концов подать на развод в крайнем случае, сделать все что угодно. Но человек уже не верит в то, что у него что-то получится. Или, например, вот как в ситуации с моей знакомой, о которой говорилось выше, человек несколько раз пытался устроиться на работу, получал отказ, причем немотивированный отказ. Ей не объясняли, почему ее не принимают. И в какой-то момент она просто сдалась и пришла к выводу, что она
неудачница, что она глупая, что еще есть какие-то причины, которые она не способна осознать, не способна побороть, и поэтому, в принципе, пытаться больше не нужно. Как же мы можем справиться с этой проблемой? Не допустить ситуации, когда захочется просто сложить ручки, лечь на диванчик и никуда больше не двигаться, что, по сути, можно назвать депрессией. Продолжайте делать что-нибудь. То, что не ограничено правилами. Например, люди, вот, которые оказываются в тюрьме или там, в доме престарелых, или в каких-то других условиях, где очень ограничены как бы, возможности, вырабатывают для себя такой вот закон. Делать то, что не запрещено. То есть если ты не можешь выходить за пределы комнаты, например, или есть определенный да, вот, набор правил, которые ты нарушать не имеешь права, делай то, что не запрещено. Можешь почистить зубы, чисть зубы, можешь лечь спать в этот момент, ложись спать. То есть совершай какие-то действия, которые будут так или иначе в рамках твоей воли, то, что ты можешь изменить. То есть должно оставаться что-то, на что ты можешь воздействовать, то, что ты можешь контролировать, то, что можешь делать или не делать путем принятия собственного решения. Если у вас уже есть какое-то такое сформировавшееся убеждение в том, что я никчемный, у меня ничего не получается, вот это вот чувство собственной беспомощности и бесполезности, оно просто одолевает вас, попробуйте вспомнить какие-то примеры из прошлого, когда у вас все-таки что-то получалось. Это может быть да, все, что угодно. Любая ситуация, любые маленькие ситуации, в которых вы все-таки достигали успеха, когда вы все-таки завершали начатое действие, да, это приводило к какому-то результату. Ставьте себе маленькие цели последовательно, начиная с какой-нибудь ерунды, господи, сжарить яичницу, и выполняйте эту задачу. То есть постепенно вы придете к тому, что что-то вы делать все-таки можете, на что-то повлиять вы в этой ситуации все-таки можете. Пусть пока не глобально, пока, но через какие-то мелкие действия мы идем к большим результатам. Было замечено, что более склонны к депрессии люди, которые привыкли интерпретировать события, исходя из своего личного участия в них. И они все привязывают как бы к своей собственной вине. Это я неудачник, это со мной постоянно случаются плохие вещи, это я слишком глуп для того, чтобы справиться с этой задачей. Намного проще справляться с ситуацией людям, которые ищут причину вовне. Например, у меня сегодня не получилось, потому что, вот так вот сложились обстоятельства. Завтра обязательно получится. То есть они не теряют уверенности в том, что у них может еще сложиться как-то ситуация иначе, да? Что-то поможет или, возможно, следует что-то изменить в ситуации для того, чтобы получить позитивный результат. Вы можете провести маленькую такую работу над негативными какими-то ситуациями, которые вас расстраивают и заставляют вас думать о том, что у вас ничего не получается. Возьмите листик и ручку и опишите ту ситуацию, которая вас расстраивает, которая заставляет чувствовать вас беспомощным. Это будет первым пунктом. Вторым пунктом опишите те чувства, те эмоции, которые вы испытываете при этом, и те действия, которые вы предприняли вследствие этого убеждения, что вот вы в этой ситуации абсолютно беспомощны. Третьим пунктом напишите аргументы, которые противоречат этому убеждению. Например, убеждение «со мной все время случаются какие-то неприятности», «я бесполезен» или «я слишком глуп». Напишите аргументы, которые противоречат этому убеждению. То есть были ситуации, в которых я показал, что я достаточно умен или начитан, или продвинут. Вот. Или наоборот, у меня там что-то получилось. И четвертым пунктом укажите, какие чувства, какие эмоции у вас поменялись, что изменилось в вашем восприятии ситуации и, возможно, какие другие действия, исходя из этого, вы предпримете. Попробуйте вести дневник своих негативных убеждений, вот таких вот негативных ситуаций, разбирая их по этой схеме. Это поможет вам оставаться все-таки и мыслить в позитивном ключе, несмотря на то,
несмотря на те сложности, на те ситуации, которые происходят в нашей жизни постоянно. Не бывает так, чтобы жизнь была гладко. Так или иначе, мы всегда сталкиваемся с какими-то трудностями. Вопрос заключается в том, как мы преодолеваем эти трудности. Я часто говорю своим клиентам, что упасть в лужу не стыдно. Вопрос в том, что ты с этим будешь делать потом. Кто-то выбирает ситуацию, когда остается в этой луже. Красуется и говорит, ну вот посмотрите, я в лужу упал, вот я могу так полежать, вот так полежать, да, там что-то еще поменять. А кто-то встает, отряхнулся и пошел дальше. Поэтому мы не собаки в клетке, которых привязали и которые вынуждены оставаться в ней. И они чувствуют, что ничего сделать не могут. Мы можем влиять на ситуацию хотя бы тем, чтобы посмотреть на нее иначе и найти другой выход. Я желаю вам не терять уверенность в себе, независимо от того, в какой бы ситуации вы ни оказались. И помните, что никогда не поздно стать тем, кем ты всегда мечтал.